Ханты-Мансийск планирует использовать блокчейн. Как сообщает информационный портал CoinIdle, губернатор Ханты-Мансийска предложил использовать технологию блокчейн в проектах устойчивого развития региона вблизи Северного полярного круга. Во время заключительного заседания Северного форума международной организации из 24 субнациональных и региональных представительств из 10 стран вблизи полярного круга участники обсудили стратегию дальнейшего развития организации и запустили новые проекты по развитию Арктики и Севера. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова заявила, что растущие возможности блокчейн могут быть использованы в финансовых программах, предложенных форумом.